Так, у нас, в общем, печка горит, уже тепло, да, грибобас? Да, тепло уже. Вот грибобас. Тепло уже. Так, сейчас у нас будет дегустация, нам присылали посылку. Вот мы взяли с собой в лес вот эту. А что такое-то? Манго. А-а-а. Так, сейчас открою сначала. Угу. Это что такое? Так. Вон, прочитай. Банана. Банана. Ну и как там? Ну тут так и написано, банана. Там написали в комментарии, что типа как миньоны говорят, банана. Понятно. Грибобас как миньон. Это мультик есть, надо будет тебе как-то показать его. Хорошо. Я его, в принципе, и сам не смотрел. Не смотрел, да? Понятно. На это. Давай. Вон, пока где дрова там валяются, туда потом сожгем. Ага, хорошо. Вот. А, надо будет еще палочки для этого. Для колбасы. Ну, это попозже сейчас сначала. Я хочу перекусить вот этого. А манго. Там, по-моему, это, Джон, где вот там вот самое, там эти шампура сейчас взяла, шампура. Да, их надо уже это как бы. А, ты имеешь в виду эти металлические шампуры? Да, да, металлические. Не, мне что-то неохота, но лучше деревянные. Ну, деревянные, ладно. Деревянные. Тогда завтра, да, уже. Сейчас темно, уже не видать. А, ну ты завтра будешь есть, да? Нет. Сегодня буду есть. Ну, ты говоришь завтра. Ну, палки, сейчас по эти палки вырезать, что ли? Попозже, сейчас мы это съедим. А, сейчас хорошо. Вместе вырежем. Ух ты, смотри, как что-то интересное. Ух ты. Ух ты. На, понюхай. Ну-ка. Мяца, сына, с такой духами. Ух ты, вот запах хороший. Да? Угу. Как называется? Микадо. Не, это фирма Микадо, а сам фрукт, вот, прочитай. А, манго. Манго. Ух ты, манго. 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 Отлично, Джон. Сейчас мы будем есть манго. О, смотри-ка, может, руки устойте, Марго, подожди. В холодной воде это, ну, руки, да? Ага. В ручье. Ай, чуть не пролил. Так. Так, это пока убрать пока тряпочку эту большую или как? А что, мешает тебе? А мешает здесь. Ну, давай, убери. Ага, во. Спасибо. Сади, пересаживайся сюда, чтобы нас видать было. Ага. Дегустировать было. Так. Так. А, стой. Так, на тебе этот, как его, ложечку будешь. Вот. Ага. Батон тебе отрезать, нет? Или булочку? Да. Чуть-чуть, да? Ага. По кусочку, да? Да. Пока дождемся, чай пока скипит это. Угу. Перекусим немножко. Во, это будет перекус. Ну, это уже получается перекус у нас с грибобасом такой вот. Так. Угу. А лук сам? Или зачем потом нам лук, если мы мышную колбасу едим, грибобас? Да-да, все правильно, все правильно. Джон, извиняюсь, не буду больше. Ну, ты молодец, если не будешь. Так, ну пробуй. Сейчас, во имя Отца, Сына, Святого Духа, аминь. Во имя Отца, Сына, Святого Духа, аминь. Что напоминает? Что-то такая сладкая сильно. Знаешь, ну что напоминает? Такой сладкий сироп. Может напоминает? А вкус? Сладкий очень.
Ну, вкус это как бы ты получается как бы сахар как будто. Вот это мягкое. Вот если сравнить с персиком и с абрикосом, вот эта штука вообще мягкая. Но вкус похожий, как бы это. Вот абрикос, персик, вот этот сироп похож. Да. Вкусная штучка. Угу. Спасибо, Марьяна и Андрей. Спасибо большое. Всем приятного аппетита, кто делает перекус. Тебе понравилось, да? Сейчас чай скипит. И будем чай пить. Ну, колбасы пожарим на этом. Ну, прямо на печке там эту крышку открою. Хорошо. Я сегодня взял чай такой попробовать. Сейчас покажу. Такой чай. Ой, я вверх ногами его. Чай из двух верхних листочков. Саусеп, что ли. Сейчас я прочитаю, что к чему. Так, где у нас? Я специально брал увеличительное стекло. Оно запотело. Запотело, да? Да. Вот, вообще, вот эти два верхних листочка, это очень хороший чай. А, понятно. Но самый хороший, самый качественный чай, это вот чай с типсами. С типсами тогда нам присылал Виталик Гладик. Виталику Гладик большой привет. Большой привет. Большой привет тебе. Спасибо за чай. Вот мы его вспоминаем. Так, Джон, сейчас я приду, подожди. Сейчас я. Так. Так, а это у нас... А, вот цена тут еще осталась, 55 рублей. Так, сейчас. Запотевает эта линза. Китайский чай написано. Зеленый чай, грин. Грин у вас. Положи туда где-то. Ага. Вот я сейчас открыл, сразу запах такой сильный. Ну-ка дай понюхай. Ну, понюхай. Ну и вкусно пахнет. Вкусно пахнет, да. Хорошо, это уже. Блин, стекло как-то вообще в жиру в каком-то как будто. Чай из двух верхних листочков. Саусеп. Саусен, да? Ну там с соком, саусеп, когда мне говорили. Китайский зеленый чай. Ох! Что-то мне это стекло не хочет отмываться, странно. Чем я его извозил так? А, тут способ употребления. Так. Засыпать из расчета 1 чайная ложка на 1 чашку и залить на 2 третьих объема горячей водой, но не кипящей. Мы не так будем заваривать, мы-то будем в чайник кидать. Ага. Чай изготовлен в Китае под личным контролем директора департамента чая фирмы Инду. Вот это да! КС Наир. Не содержит искусственных добавок и красителей. Отличный чай! Дальше, что тут еще интересного?
чай для активной жизни. Китайский зеленый чай с саусепом. Вкус этого чая — фейерверк экзотических фруктов. Порой он напоминает землянику и ананас, порой банан и кокос. Ух ты! Как бы то ни было, вкус у этого чая поистине восхитительный. Высокое содержание витаминов и полезных микроэлементов бодрит, помогает снять усталость, прекрасно освежает и делает этот чай специально предназначенным для активных, энергичных людей. Грибабаса и Джона Крюкера. Отлично, Джон. О, попробуем. Отлично. Браво. Да. Да, нормально. Тут витамины даже. Витамины. Содержание. Да, да, да. Написано в 5 чашках. Да, интересный чай. Сейчас попробуем. Заварим сейчас. О, кипит чайник уже. Подними крышечку этим, чем-нибудь такой тряпочкой. Сейчас, погоди. Чтоб тебе не обжечься. Ага. Кипит. Кипит, да? Да. Ну тогда этот, ставь вот сюда. Сейчас, чем его сюда снять-то? Ну, это рукавица, вон, вон, рукавица. Сейчас. Сейчас, Джон. Так, а там эта дырочка чем закрыта? А это и там, крышка же там она. Ага. Вот так, все. Так, открывай этот, как его, чайник? Чайник, да, сейчас, погоди. Где он там? Видно, нет. Чайник интересный. Я такой не видел. Мне кажется, вот столько хватит. И вот так вот. Вот горсть. Вот и или все, да? Еще думаешь? Давай еще маленько. Или хорош. Он, видишь, он как бы листочки, он сильно, наверное, заварится. Да? Ну давай еще. Ну давай, да немножко еще и хорош. Вот и хорош, ага. Запах такой, да? Ой, запах такой. И такой... Приятный запах. Приятный запах. Вот. И то, смотри-ка, он как заварился. Может, хватит? Или ладно, тогда пусть будет. Вот, ну вот, да, все, да и хорош. Так, сейчас закрой, подожди. Сейчас, подожди, я покажу зрителям. Ага, давай. Как это, листочки раскрываются. Ох ты, смотри как. И такие маленькие, большие, небольшие стали. Да-да, раскрываются. Угу. В полный лист. Неплохо получается, Джон, красиво. Да, сейчас попробуем, что за чай. Ой. Так, дорогие, начинается ужин с грибобасом. Дорогие друзья. Что, будем посылать третьи чумоки-чумоки? Не, попозже. Попозже, да? Да. Когда ты будешь сытенький, довольненький, да? Да, да, все правильно, Джон, понятно, все правильно. Слушай, а где кружки? Кружки. А мы доставали кружки, нет? Доставал? Я доставал. А, вот, вот он, да? Ага. А, там чай этот-то. А, чайник, вот он. Угу. То, что здесь уже подвинул, а этот. Так, вроде видать нас нормально. Чмоки-чмоки, да? Да, вроде нормально, видать. Угу. И сразу там... Кубатурь придумал, это не придумывай, а вспоминай истории, чтобы развлекать наших любимых зрителей. Истории, да? Ну да, как обычно, кушаем, рассказываем истории. Ну понял, понял. Кубатуришь, да? Запросто. А что такое вот эта вся штука такая, вот это? Прочитай, там написано, наверное. Пастила. Видишь как. Мог бы спросить меня. А я не знал. Спасибо, Джон, спасибо. Я имею в виду, ты кубатуришь, вспоминаешь? А ну это нужно вспоминать, сейчас это долго будет так. Так а что ты говоришь запросто тогда? Ну подожди, маленько вспомни, сейчас что-нибудь скажу. Полный тебе наливай? Да. Хорош. Спасибо. Ну так, подогрели этот колбасу, но не сильно. Угу. Потому что долго очень.
она вот где погорячее там это, ну, поджарилась. Ну, тут с краю. Да, Грибовас, покажи его на камеру, где поджарилась. Вот. Она как, короче? Ты только не тыкни в это. Нет, нет, нет. Вот тут поджарилась, а тут просто подогрелась. Вот так получилось. Подожди подальше, чтобы ее освещало. Вот так. Угу. О, и свою покажу. О. О. И вот так сделай сюда. Чмоки-чмоки. Чмоки-чмоки. Да уж. Наши любимые. Колбаска. Так, ладно, давай прочитаем молитву. Давай. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет царство Твое, да будь воля Твоя, яко на беси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое и царство, и сила и слава во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святаго Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Тебе тоже, Грибовас, приятного аппетита. Тебе, Джон, приятного аппетита. В общем, колбаса у нас, лук, адыгейская соль. Так. Хлеб с майонезом. Ой, горячая. Потом мы еще что-то взяли. Ну это с чаем вот будем, Саш, держи, а то упадет. Вот такую шоколадку. Сушеные бананы там еще. Если дойдет до них очередь. Тоже с чаем, да? Угу. А тебе, Гриб, у вас какая там самая любимая колбаса у тебя? Вот. Это еще когда было старо, еще когда было СССР, у меня колбаса была любимая. Помню, стоила рубль 62. Это забыл, наверное, называется уже она. Любительская? А, да, колбаса любительская, рубль 62. Это же такая толстая палка такая, где-то такая длинная палка примерно. Вот. Другая была рубль 62. Но она была без жира, колбаса была отличная. А я как у меня получилось? Мы пошли отдыхать, и там мама с папой, вот, и купили колбасу эту. Покушай. Я съел, я вот такую кусок, мне понравилась колбаса такая, вкусная была. А потом набрали такие колбаски, типа как хочешь, такие небольшие такие вот, такие тоненькие. Ну, там мне как-то не очень, а кого-то колбасу. Я скушал ее отлично. Вот мне такая колбаса была, любимая колбаса была. А сырокопченая не нравится? Или ты ее редко ел, да? Мало ел, ну не очень надо. Не очень. А во сколько ты лет
ну, вот ты стал интенсивно рисовать? Ну, как бы постоянно. Сейчас скажу. Это был день завтра, да? Ну, прошу, прошу. Угу, сейчас. Уже надо рисовать серьезно. Это был пятый класс. Мы все как только, я еще когда был в Геленджике, вот. И короче, а там была этот, книга такая по русскому языку. И там такая штука такая сидела. Такой как ученик. Да, юмор был нарисован такой. Учитель, ученик. Вот. И там и большая картинка такая была нарисована. На полстранице, короче. Я перерисовал. И так красиво перерисовал. Так. А еще там у нас была преподавательница. Ну, она была старшая женщина, была, она видала, отлично говорит. Ты художник? Я говорю, нет, умею рисовать. Ты будешь быть художником. Вот, я нарисовал эту картинку ее. Вот. Потом уже приехал домой, а мне уже папа, вот, девушка, говорит, короче, Саша, ты будешь, мол, учись, мол, так и так. Вот. И уже где-то 7 класс я уже был, 7 или 8 класс. 8 класс я уже был. И у нас, короче, в общаге, ну, художник приехал, художник, сам мужчина. Он сам был грузин по себе. Вот, мужчина уже был ас, у него была награда была, медалей очень много. У нас научили рисовать троих. Я был, Юра Ивлев и Саня Першин. Мы там рисовали отлично в школе. Вот. И уже какая была, уже был у нас выпускной экзамен, короче, вот, ребята, рисуем кто, что за хуй. А там было много что. Там был класс такой, ну, очень большой, там был, наверное, метр так около, так 20 был в длину. И метр около 20, и метр около 15 был в ширину. Класс. И там портрет, там все была очень красивая штука. Она всего была человек где-то так 15 было, по-моему, всего, с учеников было. Мало очень было, почему? А почему так мало? А у меня, говорит, хватит столько, говорит. Вот. Ну там было красиво, что нарисовать. Там было все отлично. Вот. И стояла, короче, такая доска. Доска такая была большая, такая, ну, три доска, еще две такие половинки были. Он нарисовал. Мело было. Это говорит, кропка такая, да? И там мело было там. Килограмма на два. Вот, и такой тонкий был, и толстый был мел. Ну, сказали, для учителя, короче. Вот, и стоял такой кувшин такой. Большой такой кувшин такой стоял. И три было цветочка. Розы. Красивые такие, большие такие. Ну, они это как были, искусственные были розы такие. Он говорит, рисуй кто что захочет. Вот, а еще как он нарисовал? Вот, он объяснил. Вот, короче, видишь, у меня там у карандаша-то. Вот, когда берешь этот карандаш, на расстоянии, правда, сколько там, вот, его замеряешь. Вот так вот. Раз. И вот, например, вот кружка стоит, ее раз вот так вот замерил кружку. Смена бумажку уже такой за размер, уже раз бумажку уже, короче. Снял копию. Это длина, ширина, все заснял. А потом уже то, что видишь. Вот, я нарисовал, и нарисовал отлично. И вот, и, короче, потом Саня Першин, он знаешь, красиво. Джон, я удивился. Он рисует, с памяти рисует. Вот это просто я удивлен. Вот зрители. Он как, посмотрел, например, вот там вот, на что-нибудь такое, и запомнил. Потом отошел и нарисовал. Нарисовал отлично. Вот он когда нарисовал портрет такой, плакаты продавали, ну, там, где был магазин, у нас хозяин магазин. Плакаты были такие, 1.50 м на метр. Купил такой плакат себе, короче. И для своей мамы он нарисовал букет такой, большой такой букет цветов. Вот, а рисовать тяжело. А там, короче, ну там много, там сколько локов, там 10 было цветов. Там ромашки, ну все. Он нарисовал. И он нарисовал сначала простым карандашом, а потом фломастером. А фломастеры были такие, еще продавались. Ну, подержу такие, ну, такие тоненькие фломастеры такие не были. Он показал, красиво так. Я говорю, что ты художник, я говорю, что отлично, говорит. Вот он был молодец, вот он нарисовал отлично. Я говорю, почему? А я, говорю, на память рисую. Я просто удивился, Джон. Вот тут такие люди, это просто... Да, Машка. И потом тут у меня была девушка. Жена стала его. Разве не помню я ее. А, Света звали девушку. Это я в кадр-то вроде не видать. Вот. Он ее нарисовал. Он за столом. И он нарисовал потом карандашом, потом фломастером. И красиво вот нарисовал. И как нарисовал? В общем, голова, так вот тело и руки две.
и красиво так называла. Она была, спасибо, Дарюшка, симпатичная, называла, и красиво. Вот, ей очень понравилось. Он сказал, спасибо большое. Вот, ты моя жена, что ли, полагается. Вот так. Вот это колбаса такая соленая. Угу. Заметил? Угу. Я уже вроде как наелся. Ну, ты же колбасу всю почти съел. Я, считай, хлеба два куска съел уже, как насытился mm-hmm. вообще. Mm-hmm. Не знаю, как эту колбасу добить. Mm-hmm. Придется бороться с ней. Бороться? Ну. Вот, что-то этот... Булочка намокла. Странно, а почему? Тут что-то пролили, что ли? Это влажное, да? Что, влажное, да. Тут вроде воды не было. Не было. Угу. Откуда вода-то появилась? Что? Что, пар? Вот на свежий воздух, наверное, подул. Вот что я думаю. Еще что мне понравилось, Саня Пешине. Он увлекался музыкой, что он? Он взял магнитофон японский. Ну, он, короче, магнитофон, первый магнитофон, первый. Он большой такой магнитофон. И вот такой толстый магнитофон, большой такой, катушечный. Вот такой толстый магнитофон. И он педика сделан, короче, так, так и так. И потом, вот такие большие крутилки, такая большая крутилка такая большая. И там была, короче, как, так была стоп, перемотка, потом что-то еще было, запись. Потом вверх, так вертикально, игра была, и потом перемотка, все в другую сторону. И стояли два индикатора, вот такие большие индикаторы, два. И там стрелочка, он играет, и стрелочка мигает, при записи мигает, и при этом играет. И потом еще у него это было, шумопонижение. Я говорю, почему так? А там, и потом, где вот стоял, где пленку вставляешь, это не, да? Вот такая большая была штука такая, и такая вот такая штука была. Вот. И магнитофон, кстати, был, двуголосый был магнитофон. Я говорю, ой, трехголовочный, два воспроизводила, и одна стирала. Я говорю, почему так? Это высший класс. У него магнитофон, он назывался как-то 001. Вот. Я говорю, почему так? Это, говорит, отличная штука. И играет, короче, он сам по себе выдавал 100 ватт. Вот, и играл, и в курсовом понижении играл чистенько. И даже я еще удивлялся, вот когда вот бит по тарелкам, да? И звук такой, не как такой бзз, а так, когда звук такой, знаешь, как вот, по металлу, так псинь. А, слышь, Грибовас, помнишь, я это про Серегу-то Криулина? Вспоминал, это про его сына. Ага. Он, короче, собрал этот, подожди, как же, усилок собрал на лампах. Опа. На лампах, то есть он взял схему, выписал лампы. То есть это дорогой получился усилок, но получился усилок ламповый. Это вот чисто вот, чтобы для звука было. Ух ты! То есть там звучание уже такое, знаешь. Да? Ну, это как бы слух, если у кого слух есть. Вот он сам сделал. Молодец. Ну, хорошо, Джон. Вот эти, смотри. В армии есть же вот эта радиосвязь, она на лампах есть. Некоторые вот. У меня была лампа, была у меня. Там не знаю по какой причине, но вот лучше почему-то вот на лампах. Угу. Еще это была станция R150M. Значит, была большая. Там был приемник 1,50 м высотой. Такой толстый. А передача была маленько поменьше. Вот. И стояло 8. Таких набирать, такие большие такие штуки такие. Тоже была лампа, но станция была мощная. Станция обходил сигнал вокруг земного шара, и я снова его ловил. Я сам проверял, что он, два раза. Вот и рассказывал, да. Так, соленая колбаса что-то вообще, там соли столько. Я ее поборол, короче. Молодец, Джон, молодец. Поборол, да? Вкусный чай. Угу. А хоть мы и редко пьем зеленый чай, вообще классно.
Ну, сейчас о вкусовых качествах чая там особо не расскажешь, mm-hmm. потому что луком все перебивает. Mm-hmm. Лук ешь, и оно mm-hmm. ждет из языка. Это, наверное, на завтра оставим, это, mm-hmm. да? Mm-hmm. А сейчас вот эти попробуем, вот эти бананы. Давай. Mm-hmm. С малиной. И тут банан еще нарисован. Так, ну что тут? Ух ты! Ну-ка, покажи-ка. Вот это да. Вот угу. это номер. Угу. Вот это чмоки-чмоки. Слышь? Ой, классно, да? Угу. Сколько будешь? Две, три? Давай две. Угу. Спасибо. Что-то они такие мягенькие прям. Угу. Ой, чуть не упало. А там внутри как бы суфле получается. Вот так. Вкусно. Вкусно, да? Ага. Угу. У тебя усы все в этом, как его, в майонезе. Угу. Да? Да, есть, есть. Есть, да? Угу. Вас. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделать? И снег, и морозы. Вкусная штучка. Mm-hmm. Еще одну штучку возьму. Угу. Напился, наелся уже. Молодец. Сейчас чай допью. Угу. Что, ну я добавлю это колбасу. Жгет аж, ну, хлебалось много. Вот если я извиняюсь, если там, ну, чавкаю там, уж простите меня грешного. Но я старался не чавкать. Mm-hmm. Нет. Не слышал, да, я ж не чавкал? Да? Нет, нет. Нет. Может, подкинешь этот дров, печка? Ну, подкину, конечно. Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. чай допью. Mm-hmm. Спать лежим, да? Угу. Завтра пораньше встать, да, делами заняться. Угу.
А ты в какие-нибудь кружки ходил? Ну, в детстве. Только на рисование ходил я. На выжигание ходил я в школе. Mm-hmm. Ходил я и Саня Пешин. Mm. Я ходил, короче, на резьбу по дереву. Авиамодельный. Ну, сделал два самолета, короче. Потом что-то... Ну, подожди-ка. Ну, резьба по дереву, там это... Ручки, там доски, ручки для дверей, там резные. Доски разделочные. Потом чего, какой же еще кружок? Ну, фотоотдел мы там сами просто как-то, ну, не, я на него не ходил, как-то мы это собрались, я помню, и где-то раза три там что-то были в этом. Да? Ну, какой-то был свободный доступ, мы там просто сами по себе там что-то там занимались. А, папье-машье еще. Это вот самый, наверное. Как? Папье-машье. Самый первый. Я даже не запомнил слово такое. И самый первый то, что вот, да? Ну, на что я... А ты чем занимаешься папье-машье? Вот там маски делать. Опа! Маски для этого. Ну, вот новогодние маски там. Можно фигурки всякие делать из папье-машье. Интересная штука. И вроде бы из таких все. Да. Ну, раньше интересно было. Кстати, вот что-то сейчас вроде нету такого, да? Сейчас нет ничего. Я что-то не вижу, чтобы был авиамодельный там. Я тоже раньше... Может быть и есть, может я ошибаюсь, конечно. Ну, сейчас авиамодельный есть, наверное. Нет, что-то я не слышал, чтобы было. Это если только люди сами захотят, через интернет это можно все. Ну, как бы детей тоже, как бы их это, не знаю, это вообще какое-то должно быть сильное хотение. Так, если бы ребенок пошел бы в кружок, ему легче было просто. Ходишь, тебе там наставник все говорит, как, что делать. Ну, подсказывает, короче говоря. А тут, ну, тут тоже, в принципе, можно. Тут ему только придется вот там у отца спрашивать, как что. Это когда был Забалуев Олег, тоже у него было два сына, его родных. Они занимались этим, делали корабли. Вот и корабли сделали, а такого не корабль сделали, старший пацан его. Я же не помню его. А Максим вроде бы, вот, не помню. Он сделал корабль 1.5 метра длиной. Там сам варяг. Варяг, и короче, когда еще была война, 41-45 год. Вот, он защищал это там, как его, города Невета, как это называется, Санкт-Петербург защищал. И, короче, там было 8 кораблей немецких, оттуда корабли были большие очень, и вооружение было у них отличное. Вот, и вот он, один вот этот корабль, как-то не помню, как называется он, короче, то ли, ничего не помню я. Вот хочу один вот этот крейсер, но он большой по себе. Ты сказал же варяг. А, варяг, да. Вот. Но он там корабль такой был большой. И 5 таких мачки, как называют, как трачки такие, такие маленькие катера такие большие. Как торпедные катера. Вот. И вот как. Они так плыли, так 8 штук. И так плыли, так и как не вред, а вот такую штуку они плыли, как. Изогнуты так плыли. Вот. А он стоял один, и вот и 8 этих трачиков стояло, короче. Вот. И он встал так, типа как, так, не боком, а так, маленько повернулся, короче. Ну, а нельзя боком, это как, открытая мишень же будет, тебя просто подобьют и все. Вот они встали, и там такие пушки, ну, там стволы такие были, там 150, там, такие большие, короче. И под, как, такая башня была, и по 3 пушки на каждой, короче. 3 так и 3 так стояло. Вот, и он встал, короче, так вот, так, по одной так, бам. Ну, и стреляли по немцам, а немцы по нему же огонь такой открыли, огонь лавины открыли по нему. Вот, и как, я не знаю, как там, короче, подбили этот корабль-то, но он 3 корабля немецких потопил. Вот, а там еще какая была штука такая? Стояла командная рубка, а сверху такая, там была такая башня такая небольшая, там сидел сам командир этого корабля сидел. Вот они бам, и короче, прям, и все снесло, короче, вверх, все снесло, там погибли все. Вот, и, короче, уже вот дно, ну как сказать, вот, короче, вот, вот сам корабль, вот дно, и, короче, вот такая дырка образовалась. И он, говорит, на бок, и пошел ко дну. Вот.
И, короче, они подбили этот корабль, и они же, уже погибали, короче, и вышел капитан на мостика, вот. Русские погибают и не сдаются. И себя, короче, пулю, этот, ну, застрелил себя, короче, вот, и погибли все они. Вот такая штука была, вот я вот не забуду. И корабль, что он сделал такой, метр полтора. Это тебе кто рассказал? Я сам еще видал. Сам мне Олег за баллон сказал, Олег мне сам. Вот. Ну, рассказал историю. Да, угу. Ну, видишь, они, я, наверное, годы как ты занимаюсь в этом, ну, авиамоделью занимаюсь, эту штуку делали. Mm-hmm. Надо будет пакет найти, чтобы хлеб убрать, а то он засохнет. Mm-hmm. А, сумка одна, да? Не-не-не, я пакет найду, ты кушай. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в принципе, все, ужин с грибобасом закончился. Mm-hmm. Спокойной ночи. Пока-пока. Дорогие друзья, зрители. Чмочки, чмоки вам. Грибовас, один чмок пошли. Муа. Все. Пока-пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи.